Уволить нельзя ставить в должности. С ректором СИБ ГУТИ расторгли трудовой договор. Все проректоры вуза автоматически стали временно исполняющими обязанности. Подробности в нашем сюжете. Табличка на двери еще старая, но с завтрашнего дня у кабинета будет новый хозяин. Информация о досрочном прекращении полномочий ректора СИБ ГУТИ появилась на официальном сайте университета в прошлую пятницу. Ученый с мировым именем, доктор технических наук, автор 200 работ по криптографии и кибернетике Борис Рябко уволен по статье. Он возглавлял вуз с 2011 года. Эту новость в учебном заведении восприняли неоднозначно. Например, руководитель научно-технического центра специализированного информационных систем Геннадий Криволапов обеими руками за увольнение. Народ считал, что ученый с таким именем, естественно, должен был бы быть хорошим ректором и все. Но оказалось, что эти две вещи, наличие образования, ученого звания, ученой степени, не является гарантией, что человек может быть хорошим администратором. По словам Геннадия Криволапова, в 2012-м Рябко ликвидировал научно-инновационный комплекс, а также Центр студенческих инициатив. Были и другие странные решения, рассказывают ученые. В частности, в прошлом году ректор СИБ ГУТИ подписал соглашение с правительством Новосибирской области на получение субсидии. Получили 3 миллиона, должны были добавить, по крайней мере, столько же и создать инновационный проект научно-образовательный центр. В 2013 году они не смогли отчитаться, попросили перенести на 2014. 2014 год зашел, и, похоже, нам придется отдавать еще деньги. А денег катастрофически не хватает. Борис Рябко отказался общаться с журналистами на камеру. В телефонном разговоре с корреспондентом ОТС бывший руководитель университета дал понять, что не собирается тратить время и силы на борьбу со своими противниками, с теми, кто добивался его увольнения. В приемной нам удалось поговорить с первым заместителем Рябко, проректором Надеждой Савиной. Он по компьютерам в Осаке, в университете, полгода читал лекции в Японии. Угу. Поэтому, естественно, это все без Осаки тоже получит приглашение. То есть человек в любом случае с таким именем без работы не останется? Да, и... у него столько сейчас предложений, когда прочитали на сайте, что вот он только успевает, получается, в Академгородке после дистанционного сайта остается, там рассматривает предложение. У него со всех сторон, из за границы, а за границу он вообще едет после Нового года. Исполняющим обязанности ректора Университета телекоммуникации и информатики назначен коммерческий директор сибирского филиала Ростелекома Валерий Беленький. Кстати, он преподает в СИБ ГУТИ предмет сети связи. Во вторник, 23 декабря, в Новосибирск прилетает заместитель председателя Федерального агентства связи Российской Федерации Владимир Шелихов. Он должен представить на ученом совете университета нового ректора. По некоторым данным, приезжает и специальная комиссия, которая должна проверить всю финансово-хозяйственную деятельность вуза. Анатолий Харитонов, Андрей Карасев, новости ОТС.